Бытовые потребители, отключенные от централизованного отопления, вот уже больше недели обсуждают пришедшие им платежки. Люди возмущены огромными счетами всего лишь за трубы, проходящие в их квартирах. Говорят, они втрое, а то и в четверо выше прошлогодних. В термоэлектрике утверждают, что высокие цены обусловлены новой методологией, одобренной правительством в октябре прошлого года. Жалобы уже подали более 170 семей. Анна Белева – пенсионерка, живет одна в четырехкомнатной квартире на Волонтарилор в столичном секторе Чекана. В 2003-м отказалась от централизованного отопления, установила газовую котельную и все эти годы платила за тепловой транзит. Женщина рассказывает, что в декабре уехала к дочери в Германию, а вернувшись, схватилась за голову, увидев счет за трубы в квартире более 2700 леев. Сумма превышает ее пенсию на 300 леев. В прошлом году мы платили до 600 леев, но в этом году это уже чересчур. 2700 леев за трубы, мы не знаем, что нам делать. Отключить газ и сидеть в холоде, платить за эти трубы, потому что на нас подадут в суд, если мы не заплатим. У меня слезы отчаяния. Мы хотим задать вопрос людям, которые считают, они закончили бухгалтерские курсы или что они там заканчивали. Получается, что мы должны платить и за газ, и за свет, и за эти трубы. Женщина говорит, что звонила в термоэлектрику, но вразумительного ответа так и не получила. Теперь решила подождать и не платить, пока не услышит о перерасчете. Если в декабре было жарко, мы получили такую большую сумму, значит, в январе, когда на улице было минус 10 градусов или минус 15, снег, мы будем платить еще больше. Выключаем котел, свет, греемся этими трубами. У меня нет таких денег, я не буду платить. Выберем, за что платить в первую очередь. Но все это ужасно. На ту же проблему жалуются и другие потребители в Кишиневе. За декабрь мне пришло 2224 лея за эти трубы. За газ я должен заплатить 1050 леев. Я отказался от централизованного отопления. Меня хочешь не хочешь заставляют, мол, если устал платить, выпей воды. Не буду платить, пойду в суд добиваться своих прав. Пусть мне докажут со всеми этими фактурами, как они их рассчитывают и откуда они их берут. Термоэлектрики поясняют, более высокие цены обусловлены новой методологией, утвержденной в октябре прошлого года. Так все потребители, даже отключенные от централизованного отопления, должны платить не только за трубы, проходящие через квартиру, но и за отопление в подъезде, подвале или на техническом этаже. При этом в ноябре и в декабре тариф за одну гигакалорию был выше, чем в прошлом году, а компенсации меньше и более адресные. Более того, власти также ввели в методологию новый коэффициент расчета счетов фактур. Точнее, отключенные домохозяйства обязаны поддерживать в доме постоянную температуру 18 градусов. А если не делают этого, то доплачивают. Выключают котел и уходят в отпуск. Через две недели возвращаются в квартиру, а там 16 градусов тепла, к примеру. Откуда взялось это тепло? Откуда взялась эта энергия? Это был совместный вклад, поэтому если вы отключены, вам необходимо обеспечить количество энергии, поддерживающей температуру 18 градусов тепла. Цифры потребления сверяются с другими операторами, такими как Молдова Газ или Премьер Энерджи, и потребитель обязан платить. Из информации, которую мы получили от наших партнеров, таких как Молдова Газ или Премьер Энерджи, мы видим, что энергопотребления не было, то, конечно, Q18 рассчитывается соответственно. Компания «Термоэлектрика» признает, что в системе данных, предоставленных другими операторами, могут быть ошибки. Таким образом, те, кто недоволен суммами в счетах-фактурах, могут подать заявление на перерасчет. На сегодняшний день зарегистрировано более 170 жалоб от потребителей с просьбой произвести этот самый перерасчет. При этом в компании напоминают, что последние изменения в законодательстве позволяют ассоциациям жильцов утверждать собственную методологию раздела потребления, основанную на едином понимании между жильцами. Потребители вправе сделать свой механизм расчета, предусмотрен метод утверждения. Это не так уж и сложно, но можно иметь свои расчеты и представить их в термоэлектрику. Тогда можно решить многие такие вопросы. По данным термоэлектрики, сейчас в Кишиневе около 25 тысяч квартир отключены от централизованного отопления. Причем здесь обращать внимание, что подобных проблем не возникает в домах, где централизованное отопление приведено с вертикальной на горизонтальную систему.